Так, я с вами нахожусь сейчас в школе. Вот смотрите, здесь у нас есть такие раздевалки. Я уже немножко, так скажем, запаса времени у меня нет. Поэтому, может быть, постараюсь на... Как интересно тут. Может быть, постараюсь на обратном пути инфузория, туфелька. Тут у них физика, химия, биология. Интересно. Такое ощущение, что недавно это сделали, потому что я этого не помню. Но, в принципе, интересно. Так, вот спортивный зал. Занятие идет. Не буду отвлекать. Так, это у нас мужской туалет. Потом покажу вам, если что, как тут, какие у них туалеты. Так, ну вот, закончилось у нас родительское собрание. Конечно, есть много вопросов и к учителям, и к поведению детей. Ну, что делать? Это, конечно, сейчас самая главная дисциплина и образование наших детей. Молодые учителя, молодой коллектив, маленькие зарплаты, соответственно, преподавание, скажем так, не на очень высоком уровне, что меня, конечно, огорчает. Красивая картинка, но при этом хотела вам показать на этой неделе, вот на прошлой неделе, 80 лет со дня снятия блокады. Конечно, такие ужасные кадры здесь. Не дай бог кому-то такое пережить. Вот дети тут готовили даже картины рисовали. Получается, у них такие автоматы стоят, слушайте. У меня иногда дочь тут что-то покупает. Причем здесь можно и по карте купить. Очень хотела посмотреть, какая у них здесь столовая. Сок получается маленький, 65 рублей. Ну, так, ценник, конечно. Ценник не дешевый. Что со светом? Давайте быстренько вам покажу туалет. Девчачий. Ну, в общем-то, очень даже все прилично. Даже есть туалетная бумага вообще. Ой. Да, слушайте, тут, конечно, такие еще эти оставили. Страшные, да, записки как будто. Какие-то подготовишки тут есть. Конференц-зал. Ну, здесь очень большой, кстати, зал. Не знаю, сейчас вот здесь. Я думаю, что он наверняка закрыт. Да, все закрыто. Сейчас время 7:30, конечно. Кстати, уточнила по поводу библиотеки. Мне сказали, что можно брать спокойно книги необходимые, которые задают по литературе, и, соответственно, домой читать. И читать вслух. Детям это полезно. Ну все, я с вами прощаюсь. В общем, сделаю небольшое видео про эту школу.
Есть большой стадион, несколько площадок. Сейчас выйду, в темноте, конечно, уже ничего не видно. Покажу по возможности то, что есть.